Всем привет! Сегодня у нас пришли опорные колеса автоматические. Вот небольшой обзор. Очень мощное колесо. Так, оно у нас не как обычное, не съемное. Здесь, на мой взгляд, хорошее преимущество моего. Вот так вот, здесь много отверстий, то есть можем повыше, пониже, три положения у него по высоте. Оно здесь приварено, сам шток колеса. Что мне здесь понравилось? Мы его прикрутили с обратной стороны, мы можем прихватить сваркой. Ну, чтобы никто не снял, пока мы рыбачим. И все, вот оно здесь стационарно у нас будет стоять. Сейчас покажу, как оно работает. Начинаем крутить ручку. Колесо у нас автоматически опускается. Последующее уже движение ручки выдвигает сам шток, как на обычном колесе. Все, вот у нас уже в рабочем состоянии, мы можем катить. Дальше мы подкатили к фаркопу, и поднимаем колесо. Вот здесь у нас начинает срабатывать автоматика, и колесо само поднимается. Так, если обычные колеса до 100 килограмм нагрузку выдерживают, ну, то есть заявленное производителем, то этот уже усиленное колесо до 300 килограмм статически оно выдерживает. Он такой тяжелый достаточно, колесо мощное. Сейчас я на паузу поставлю, я для сравнения принесу обычное колесо. Так, вот принес обычное колесо для сравнения. В принципе, само колесо одинаковое, ну, профиль, да нет, такое же. А сама конструкция повыше. И, соответственно, потяжелее, металл толще, диаметр мощнее. Вот еще такие колеса пришли пневматические. Вот такие есть колесики. Широкая тоже хорошая, накачивается, съемная. Здесь наш плинту тоже можно снять, поменять. Это колесо тоже шплинт. И можно. Да, такое хорошее, мощное колесо. Вот так. Спасибо за внимание.